добро пожаловать на вторую игру. Встречаются команда «Алмаз-1» и «Строитель» 2012 год. Команда «Строитель» в атаке. Команда «Строитель» будет вводить мяч из-за боковой. Ой, опасно. Драгина Гараева, Гараев на Афанасьева. Сразу два игрока. Минеев. Гараев. На коротке отыгрываются ребята. Аут в пользу команды «Строитель». Гараев сильно головой вперед. Афанасьев перехватывает. Пас в центр на Минеева. Минеев на Карапетяна. Карапетян на Брагина. Брагин на Афанасьева. Все равно я тебя заснял. Сильно вперед. Афанасьев под прессингом отнимает мяч. Минеев подхватывает на Карапетяна. Карапетян разворачивается. И отличная передача Минееву в коридор. Минеев удар! Гараев! Вратарь команды «Строитель» отбивает этот удар. Первая атака команды «Алмаз-1». Ноль-ноль только начали. Команда «Строитель» будет вводить за боковой. Карапетян первый на мяче. Пас на Гараева. Гараев дальше. Минееву. Угловой зарабатывает Минеев. Загайнов пошел подавать угловой. Минеев идет в штрафную. Подача, удар. Выше ворот. А параллельно идет матч между командами «Алмаз-2» и «Алмаз-3». Команда «Алмаз-1» будет вводить, а именно Афанасьев. Иван далеко вперед. «Строитель» отбивается. На Минеева. Загайнов перехватывает. Зарабатывает опять аут. Минеев с мячом. Передача на Гараева. Гараев удар. Но мячик сваливается с ноги у Искандера. Не получилось у него в касание сыграть. И команда «Строитель» вводит мяч в игру. Загайнов. Отличный перехват. Гараев. Минеев. Не ожидал Минеев. Не ожидал Минеев, что передача пройдет. Команда «Строитель» будет вводить мяч. Карапетян перехватывает.
Афанасьев с мячом. Сильно вперед на Загайнова. Гараев показал прием из тэквондо. Команда «Строитель» пошла в атаку, но совместными усилиями Карапетян с Афанасьевым мячик отобрали. Спокойно, спокойно Брагин показывает, что он контролирует уход мяча. Брагин сильно вперед на Минеева. Загайнов. Загайнов будет вводить. Гараев вступает в борьбу. Да, вернулся Искандер, помог Афанасьеву. Ой-ой-ой, какой красивый гол забил игрок команды «Строитель». Просто как стоячих обыграл трех игроков. Счет становится 1-0 в пользу команды «Строитель» красные. Это не повод сейчас расстраиваться ребятам. Карапетян с мячом. Пас на Загайнова. Загайнов на Минеева. Минеев дальше на Загайнова. И мяч уходит в аут. Минеев с мячом. Афанасьев. Афанасьев на иск. Гараева. И Брагин спокойно берет мячик в руки. Гараев с мячом, пас Афанасьеву. Карапетян, Загайнову. Потеря. Отворот. Афанасьев играет с Гараевым. Гараев обыгрывает одного, второго. Пытается убежать по бровке. Но, к сожалению, коллективными усилиями команда «Строитель» отбирает мяч. Загайнов спасает. Карапетян на Брагина. Брагин обратно на Карапетяна. Карапетян сразу же на Загайнова. Загайнов на Минеева. Отлично. Розыгрыш. Минеев на Гараева. Гараев удар. И рядом с воротами мяч пролетает. Отличный выход показали из обороны в нападение команда «Алмаз». А, и здесь заработали еще угловой. Гараев будет подавать. Подача. Гол! Гол забивает Афанасьев с подачи Гараева. Счет становится 1-1.
Гараев. Передача на Загайнова. Загайнов! Ай! Как не вовремя Загайнов спотыкается об мячик. Удар выше. Да, хороший момент упустил Загайнов Артем. Но ничего страшного. Судья подсказывает, что можно играть. Гараев Искандер двоих обыгрывает. Карапетян. Видимо, устал уже Гараев. Необязательные ошибки. И угловой зарабатывает команда «Строитель». Брагин расставляет защиту. Сейчас надо внимательно сыграть ребятам. Подача. Искандер выбивает. Коля. Минеев передача на Гараева. Гараев, Искандер бежит. Стаскивает троих игроков на себя. Но, к сожалению, выбивается мяч в аут. Команда «Строитель» вводит мяч в игру. Карапетян на Брагина. Брагин на Афанасьева. Афанасьев на Гараева. Да, Гараев обыгрывает. Замена в команде. Алмаз. Вместо Гараева выходит Сафин Данияр. И вместо Минеева вышел Визетдинов. Сафин Данияр будет вводить мяч в игру. Афанасьев накрывает этот прострел. И сейчас будет угловой в пользу команды «Строитель». Подача. Брагин. Брагин на месте. Удар в упор. Ловит мячик. Афанасьев. Сильно вперед. Нагаяза. Загайнов подключается. Перехват. Удар. И Гаязов, запутавшись в своих ногах, к сожалению, не смог нанести удар. Ой, Загайнов. Вместо Гаязова выходит Холкин Ранель в нападение. Афанасьев борется. Но, к сожалению, мяч уходит. Брагин. Брагин на месте. Держит ближний угол, как и учат вратарей. Игр больше не будет. Сейчас параллельно играют еще «Алмаз-2» и «Алмаз-3». Это заключительные игры. Сафин с мячом. Команда «Строитель» перехватывает. Карапетян.
Наконец-то судья увидел удар по ногам. Карапетяну Малику по ногам, но у нас играют мужчины. Сафин, Афанасьев. Афанасьев на Сафина. Давайте поставим много-много сердечек в поддержку Малика. Несмотря на удар по ногам, он борется. Вот Холкин, Ранель вернулся. Сафин с мячом. Обыгрывает одного, но теряет мяч. Команда «Строитель» сильно вперед. Брагин на месте. На Афанасьева. Сафин. В центр на Холкина. Замена. Вместо Холкина выходит Гараев. Сафин перехватывает. На Минеева. Минеев. Отличный пас на Гараева. И вратарь. Брагин вперед ногами. Сильный удар. Брагин в нижнем углу ловит. Команде «Алмаз-строитель» вместо Сафина выходит Загайнов. Афанасьев сильно вперед на Гараева. Загайнов вперед. Да, Искандер, надо побежать, побороться. Отличный Искандер, поборолся. Заставляет ошибаться. И вратарь команды «Строитель» вынужден просто на силу выбивать мяч в аут. Гараев перехватывает, отдает пас Загайнову. Загайнов трех игроков вокруг себя собирает. И надо домой вернуться, побороться. Загайнов вовремя вернулся, помог Малику. И команда «Строитель» зарабатывает угловой. Подача. Брагин. Ошибка Загайнова. Афанасьев подстраховывает. Передача на Минеева. Минеев побежал. И очень сильно на Искандера. Афанасьев борется за мяч. Судья останавливает игру. Спорный момент, конечно. Но судье виднее. Команда «Строитель» в атаке. И
И первый тайм заканчивается. Напоминаю, счет 1-1.